Привет, это канал I Like Pet, я Таня. Кошки, как и люди, могут скучать. Обычно это происходит из-за недостатка внимания хозяина, общения и игр. В этом выпуске мы расскажем вам, по каким признакам можно определить, что вашему мяукающему другу скучно. Скука – состояние, которое может перерасти в депрессию и вызвать поведенческие проблемы у кошки. От скуки питомец может начать вести себя деструктивно. Чтобы этого не допустить, важно вовремя заметить скуку мяукающего друга. Давайте подробнее рассмотрим основные признаки скуки у кошек. Если кошка навязчиво вылизывает свою шерсть вплоть до образования залысин, это может означать, что ей скучно. Эта опасная привычка может привести не только к расчесам, но и к образованию трихобезоара в желудке, комков шерсти, которые становятся твердыми, как камень. Если вы заметили подобное поведение у своей кошки, покажите ее ветеринару. Второй признак – кошка очень много ест. Как и люди, мяукающие тоже склонны заедать плохое настроение и депрессию. Скука – это стресс для животного, и хороший способ избавиться от него – это поесть. Если вы заметили такое поведение у вашего питомца, попробуйте дать ему кошачью мяту. Она успокоит кошку. Если случай серьезный, обратитесь за помощью к специалисту. Следующий признак – кошка очень много спит. В норме кошки спят от 16 до 17 часов в день. В периоды скуки они могут спать больше. Такое поведение может плохо сказываться на здоровье питомца. Чрезмерный сон может лишить кошку аппетита, и организм будет страдать от жажды. Также из-за чрезмерного сна мяукающий друг может перестать ухаживать за собой. Попробуйте дать больше двигательной активности питомцу, играйте с кошкой, тогда ее скука пройдет. Деструктивное поведение зачастую напрямую связано со скукой. Кошки начинают забираться на шторы, сбрасывать вещи со стола, драть мебель, грызть цветы, охотиться на других питомцев. Чтобы остановить такое поведение питомца, купите кошке побольше игрушек и чаще играйте с ней. Еще один признак скуки у кошки – агрессия по отношению к другим животным. Мяукающий друг может начать доминировать над более слабыми питомцами, нападать на них, охотиться, провоцировать на игру или драку. Если вы заметили такое поведение у вашей любимицы, старайтесь проводить с ней больше времени. Играйте с ней, гладьте ее, тогда питомец перестанет вести себя агрессивно. Таковы основные признаки того, что вашей кошке скучно. Если вы заметили такое поведение у своего питомца, начните уделять ему больше времени и внимания. О других полезных правилах содержания домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был iLike.pet. До новых видео!